Всем привет, меня зовут Майк, вы смотрите Cam with Man. Сегодня 24-й день, 6 января, это канун Рождества, друзья, да. Завтра уже Рождество, хотя точнее считается, что даже не с, по-моему, не с 12, а с вечера, нет? А, пост вечера заканчивается, то есть заходом солнца уже заканчивается пост, можно кушать мясо и все прочее, но... Мы с Алиской решили все-таки закончить пост именно 7-го. Да и особо мяса-то не хочется. Вот. Сегодня сейчас я иду писать сценарий для завтрашнего биофакта. Завтра буду снимать, а возможно даже сегодня отсниму, не знаю, чтобы завтра ничего не делать. Ну, в плане того, что не выставлять аппаратуру. Вот. А сегодня еще хочу записать... песню и показать вам, как записывать. Не знаю, будет ли на это время, но я постараюсь выделить на это дело немножко времени. Показать процесс, то есть барабаны, как, что, именно пошагово. Вот, ну что ж, с новым днем вас! Все, я написал сценарий. Блин, как же я вам завидую, друзья. Для вас это было всего лишь мгновение перед тем, как я начал писать сценарий и закончил. Для меня было бы так. На самом деле прошло уже несколько часов. Я включил параллельно на телеке сериал, новый сериал «Красавица и чудовище» на Лостфильме выходит. Ну, прикольный. Там играет Лана. Лана, как ее звали-то? Тайна Смолвиля, девушка Супермена до этого. Вот. Дам немного света, потому как на улице солнечно. Вот, Лана, она вообще не изменилась, чуваки, я не знаю, как актрису зовут, но, блин, это прикольно, она вообще не изменилась, ей на самом деле что-то там уже под 30 лет, вот, в Супермене, в этом, в Тайны Смолвиля она начала играть 18 лет, по-моему, вот, прикольно, посмотрел две серии, пока писал сценарий, сейчас смотрю, досматриваю вот эту вторую серию, она там чуть-чуть осталась, буду смотреть еще одну. Записал биофакт, все отснял, немножко подустал, вот скрипт биофакта на такой вот синей бумаге, потому что белая закончилась, Барник проснулся, зачуханный такой, надо его помыть, не знаю, может быть сегодня я его помою. Или завтра обязательно покажу вам, какой он смешной и мокрый в ванной. Вот, сейчас скидываю все, весь материал на ноутбук, чтобы все это дело монтировать, инфографировать и выкладывать. Завтра постараюсь, ну завтра по-любому вы это увидите, просто не знаю во сколько. Либо я сегодня уже буду монтировать, либо завтра. Точно еще не решил, как пойдет день. Вот, такие дела. А сейчас я хочу поотвечать на несколько ваших вопросов, пока есть есть такая возможность, вот что я хотел сказать. Господи, как много вопросов. Итак, я выбрал несколько интересных вопросов. Джека Экс спрашивает: «Привет, Майк, какое свое достижение считаешь самым важным?» Джека, я еще считаю, что ничего не достиг, поэтому никаких достижений... Я не выделяю. Илья Савко, я понимаю, что люди все равно будут спрашивать на Симул вместе пер по авитам жизнь. Это он имеет в виду вот эту татуировку. Симул первитум переводится вместе по жизни. Я просто зажал здесь микрофон, по-моему, сверху. Не знаю, услышали вы или нет, но да, чтобы больше уже не задавали, но все равно будете задавать вопрос, я же знаю. И Илья тоже это знает. Спасибо, Илья, что ты допер и все это перевел. Молодец. Также он спрашивает: «Майк, так какой же мультфильм ты будешь озвучивать, и это будет твой первый опыт в озвучке?» Да, это детский мультфильм, я уже говорил, но это очень детский мультфильм для развития детей. И это будет, да, первый опыт. Динар Идрисов: «Привет, Майка, вижу, ты тоже запрещаешь встраивание своих роликов, тра-та-та-та-та». Короче, вопрос у Динара такой, что за траблы с контактом? На данный момент, друзья, контакт уже не считает не только просмотры, но и не показывает больше рекламу с YouTube, все. То есть, контакт для видеоблогеров закрыт полностью, то есть, встраивание надо запрещать по-любому. И Владимир Кофтун: «Привет, Майк, не подскажешь ли, больно ли бить тату с прошедшим тебя?» Спасибо. Татуху бить, ну, поначалу неприятно, потом более-менее нормально.
Я говорю, больше у меня устало плечо, чем болело татуировкой. После того, как тебе набили тату, уже ничего не болит. Вот, барника, как и обещали, моем. Вот так, чтобы в уши не попадало. Собакам не должна вода в уши попадать. Смотри. Сейчас будем мылить детским мылом. Ой. Это я нечаянно. Намылили чупакабру. Чупакабру такую. Все, сейчас будем смывать. Зато чистый будет. У него же нет своего места. Для него вся квартира это его место. Поэтому должен быть чистый. Чтоб после него было не стрёмно где-нибудь сесть. Да, Борис? Ну улыбнись, что ты не улыбаешься? Отвез Алиску, еду домой, слушаю Pearl Jam. Дело в том, что у меня диск Нирваны вообще в магнитоле, но у Нирваны в коллекции альбомов здесь на пиратском этом диске пираты закинули еще два альбома Pearl Jam. Вот, группа не хуже. Ну как, для меня, конечно, намного важнее Нирвана, но Pearl Jam тоже крутяцкая группа, и с удовольствием их слушаю. Чувак еле едет, приходится обгонять. Вот, помыли барника, барник теперь вкусно пахнет, и он пушистый такой. Посмотрели сериал, сегодня 10-я серия была «Американская история ужасов». Я так понял, что это конец сезона и конец, как бы, да, этой истории, потому что еще на носу третий сезон «Американская история ужасов». Кто не смотрел первый сезон, друзья, я всем советую обязательно посмотреть, потому что это очень классный сериал с отличными актерами. Второй сезон тоже крутой, но первый все-таки... Хотя, нет, наверное, они разные. Но первый как-то более интересный мне почему-то казался. Там больше героев, больше событий. Сегодня суббота, столько машин. Сегодня воскресенье. Сегодня воскресенье? Да, сегодня воскресенье. У меня с этими каникулами, как и в школе обычно, знаете, когда каникулы, ничего не помнишь, дни недели не считаешь, вот, особенно на летних, когда приходит лето и все, все, только числа какие-то, и то не всегда числа-то помнишь и знаешь, вот. Поучили английский язык, сейчас, кстати, смотрим 16 уроков Дмитрия Петрова, это полиглот. Вот, на культуре, да, по-моему, эти передачи были, 16 передач. Очень даже интересно и действительно очень доходчиво объясняет Дмитрий. Прям всем советую тоже, кто хочет освежить в памяти английский все эти структуры, времен и всяких прочих фишечек. Вот, обязательно посмотрите. Ну что ж, увидимся дома. Я дома, сейчас сяду монтировать биофакт, потом монтировать сегодняшний день. Кстати, между прочим, уже все практически Рождество, а вы будете смотреть это видео по-любому уже 7 января. Так что с Рождеством вас, друзья, поздравляю. Вот. Если честно, так не хочется сейчас садиться и монтировать, хочется уже лечь и спать, но... Но, увы, мне нужно это сделать, чтобы завтра я мог побольше поснимать, ну, потому что завтра поеду с утра к Алиске, от Алиски поедем в магазин, с магазина поедем сюда, будем готовить, все это вы увидите, друзья. Завтра, я надеюсь, день будет насыщенный. Все, всем отличного настроения, с праздником, с Рождеством, с вами был Майк Пакеда! Look at many different pictures you have ever seen.